Всем известна фраза Мэрилин Монро о том, что лучшие друзья девушки – это бриллианты. Но интересно, проверяла ли она свои украшения? Иногда трудно убедиться в том, что они настоящие. Поэтому представляем вам 12 простых способов опознать фальшивые драгоценности. Да, не секрет, что рынок заполнен поддельными украшениями. И ладно, когда мы платим смехотворные деньги, прекрасно зная, что покупаем фальшивую драгоценность. Однако представьте, что вы покупаете настоящее кольцо с бриллиантом, платите за него полную стоимость и только позже замечаете, что оно поддельное. Чтобы уберечь себя от подобного обмана, есть 12 простых способов распознать контрафактные ювелирные изделия. Проверить их можно дома или даже прямо в магазине, до того, как отдать свои кровны. И не забывайте, что у нас на яркой стороне жизни еще полно полезных советов и неожиданных фактов. Так что подписывайтесь и звоните в колокольчик, чтобы получать уведомления о каждом нашем обновлении. Итак, начнем мы с металлов. Есть несколько способов узнать, продали вам изделие из настоящего драгоценного металла или обманом всучили подделку. Проба, клеймо. В большинстве европейских стран можно посмотреть пробу. Это регулируется законодательством. В США будет достаточно посмотреть на клеймо производителя, поскольку правительство не имеет отношения к пробировке. Если производитель или продавец заявляют, что товар сделан из 24-каратного золота, когда это не так, вы можете подать в суд. Обычно угрозы уголовного преследования достаточно, чтобы они не пытались обманывать. А проба — это трехзначное число, которое указывает на то, сколько драгоценного металла содержится в украшении. Добавьте десятичную запятую после второго знака и получите проценты. Например, 925-я проба означает, что металл чист на 92,5%. Найти в сети информацию о типичных пробах для разных металлов очень легко. Все, что вам нужно, это сравнить данные из интернета с гравировкой на вашем украшении. Обращайте внимание на сами цифры. Они должны быть точными и легко читаемыми. Если это не так, лучше не рисковать покупкой некачественного товара. Вот типичные пробы, которые бывают у различных металлов. Золото 375, 500, 583, 585, 750, 916, 958, 999. Серебро 800, 830, 875, 925, 960, 999. Платина 850, 900, 950, 999. Магнит. Какое притягательное решение! Этот метод также можно применять как для обследования драгоценностей, которые уже лежат у вас дома, так и тех, которые вы только собираетесь купить. Отправляясь в ювелирный магазин, возьмите с собой магнит. Поддельные украшения содержат больше железа, а железо, разумеется, магнитится. Настоящее украшение с высоким содержанием драгоценного металла не притянется к магниту. Поэтому просто достаньте заранее подготовленный магнит и узнайте, предлагают вам настоящий товар или нет. Повреждения. Платина и серебро выглядят очень похоже, так что заменить дорогой металл более дешевым не составляет труда. Серебряная подделка выдаст себя черноватым отливом и большей гибкостью. У платины подобные свойства отсутствуют. Настоящее золото оставляет золотистые следы на необожженной и неглазурованной плитке или фарфоре, тогда как подделка оставит серые или черные следы. Вряд ли у вас возникнут трудности при подобной проверке драгоценностей дома. Но что делать в магазине перед покупкой? Брать с собой в магазин фарфоровую чашку, наверное, уже перебор, поэтому лучше попробовать другие, менее очевидные методы, например, с магнитом. Также проверить чистоту украшения можно, приложив к его поверхности различные вещества. Например, можно попробовать мел. Простой способ проверить серебро – использовать мел. Если серебро темнеет от мелка, оно настоящее. Йод.
Золото можно проверить йодом. Если после проверки на вещи остается след, это явный признак подделки или очень низкого содержания золота. Уксус. Также можно попробовать уксусный тест. Фальшивое золото быстро потемнеет в уксусе. Просто налейте в емкость немного уксуса и положите в него свое украшение на 5 минут. Конечно, прямо в магазине этим методом воспользоваться не выйдет. Если только вы не принесете с собой большую миску салата и скажете продавцу, что идете на обед. А затем, ой, уроните золото в салат и будете долго его вылавливать. Как неловко получилось. Серная мазь. Этой мазью обычно лечат угревую сыпь. Но ей также можно проверить качество серебра. Если украшение из настоящего драгоценного металла, то место нанесения мази окрасится в темно-синий цвет. Не стоит волноваться о том, что украшение испортится. Если такое пятно проявится, его легко оттереть. К тому же вы будете уверены, что ваше серебро настоящее. Аммиак. Аммиак послужит проверочным средством, если у вас есть украшение из платины. При взаимодействии с аммиаком большинство металлов чернеют. Однако с украшениями, сделанными из платины, этого не произойдет. Драгоценные камни. Если вы проверили все свои драгоценные металлы, давайте посмотрим, что можно сделать, чтобы определить оригинальность драгоценных камней в украшениях. Бриллианты. Настоящий бриллиант не запотеет, если на него выдохнуть теплым воздухом, поскольку у него высокая теплопроводность. Кроме того, если, глядя на бриллиант сверху, вы видите радужные голографические отражения, то это либо подделка, либо низкокачественный камень. А если вам хватит смелости, то проведите следующий краш-тест. Нагрейте камень над огнем зажигалки в течение 30 секунд, а затем сразу уроните его в холодную воду. Если это стекло или кварц, оно моментально рассыплется из-за резкого перепада температур. Но если у вас в руках настоящий бриллиант, то ничего не случится. Эти камни известны своей устойчивостью к перепадам температуры. Изумруды. Чтобы определить аутентичность изумруда, понадобится изучить структуру камня под увеличительным стеклом. У настоящего изумруда внутри нет трубчатых или спиральных рисунков. Кроме того, изумруд плохо проводит тепло и потому всегда остается прохладным. Еще есть способ проверить, натуральный изумруд или искусственный, при помощи длинноволновой лампы черного света. Не беспокойтесь, это самый распространенный вид, так что ее легко найти. Отключите весь свет в помещении и посветите черным светом на изумруд. Если заметите свечение оливкового, ярко-красного или желтого цвета, то, увы, ваш драгоценный камень – фальшивка. Если свечение оранжевого или красного цвета, то камень может быть как натуральным, так и синтетическим. Боюсь, здесь ничего не поделаешь. А вот если свечения нет вовсе, то, скорее всего, ваш камень натуральный. Если же ничего не сработало, то просто отнесите его волшебнику в изумрудный город. Он может не знать про храбрость или мозги, но уж об изумрудах Гудвин знает все. Жемчуг. Настоящий жемчуг дорогой, и поэтому не стоит ожидать, что украшение по низкой цене будет настоящим. Чтобы определить аутентичность жемчужины, достаточно проверить ее на зубок. Попробуйте укусить жемчуг, и вы почувствуете скрип, как от песка. Искусственные жемчужины так не делают, или можете метнуть их перед свиньями. Если те не отреагируют, то у вас на руках подделка. Нет, это я все придумал, и, конечно же, вы мне не поверили. Янтарь. Положите кусочек янтаря в стакан с соленой водой. 3 чайных ложек соли хватит. Вещица из стекла или пластика, а также поддельный янтарь из эпоксидной смолы немедленно утонут. А вот настоящий янтарь останется на поверхности, потому что он менее плотный, чем соленая вода. Также можете потереть янтарь шерстяной тканью. Это приведет к статическому разряду. Более того, настоящий янтарь будет собирать мелкие ниточки и пыль. А вы пробовали хотя бы один из этих методов, чтобы проверить свои украшения на аутентичность? Как все прошло? Знаете ли вы другие способы проверки драгоценных металлов и камней? Поделитесь своим опытом и знаниями в комментариях. Поставьте этому видео лайк за полезные советы, а также помогите своим друзьям и поделитесь с ними.
И не забудьте подписаться, чтобы присоединиться к нам на яркой стороне.